В ближайшее воскресенье в Каспийске в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Курмагомеда Курмагомедова пройдет Кубок Кавказа по джиу-джитсу. О подготовке наших спортсменов в сюжете Дану Шугум. Самое значимое достижение в небольшой спортивной карьере Рамазана Гусейнова – это победа на первенстве Каспийска в этом году. Ученик 4 класса Центра образования провел тогда два непростых поединка, и во всех из них выходец из селения Чирак Агульского района брал верх над своими соперниками. Мы сразу зашли друг другу в партер, потом я сделал удержание, которое взял 4 балла. За эти 4 балла я старался не отдавать сопернику, и после времени отдали победу. Его младший партнер по команде Ибрагим Гасанов также является победителем первенства города. Правда, победа ему далась нелегко. Пришлось бороться с 3 соперниками. У меня было 3 поединка. Самым трудным у меня был 3-й бой. Закончил я удушающим. Соревнования в Каспийске пройдут среди юношей разных возрастных групп. Ожидается приезд и спортсменов из соседних республик. За эту работу идет только на борьбу в партере. Только работать на технику. Никакой физической работы в зале не проводится. Наступило лето, наступает вернее. Лет, меняется программа. Сейчас будет тренировка только на улице. Это бег на ускорение, кроссы, турник в Руси, работа на... Работа со жгутами и работа с железом, имеется штанга, гантели. Кубок Кавказа по джиу-джитсу пройдет в Каспийске 28 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Дан Шугом, Паризат Курбанова. Время новостей. Каспийск.